Русская Германия. Русская Германия. История в следах. Анархист Бакунин, скрываясь в 1848 году в Лейпциге от полиции, нашел убежище у выходца из Одессы журналиста и переводчика Вильгельма Вольфсона. Когда опасность миновала, Бакунин на прощание сказал в благодарность своему спасителю: «Ты оказал мне услугу, потому предупреждаю тебя, если наша возьмет верх, не попадайся мне, повешу или расстреляю». Русская Германия. Русская Германия. История в следах. Программа «Русская Германия. История в следах» выходит при поддержке Фонда президентских грантов, общественной некоммерческой организации «Участие», Радио «Русский Берлин» и Российского дома науки и культуры.